знаю, какая-то тревога, а по какому поводу не знаю. И что делать не знаешь в этот момент? Я как шла, так и иду, только упала немножко, а так. Пока не знаю, что делать. Mm-hmm. Что делать. Обычно в такие звуки. Куда-то в бомбоубежище прятались. Я работала на моторном заводе, и там мы всегда, ну, как учебная тревога, мы там бежали в бомбоубежище, прятались. А куда идти-то? Бомбоубежища сейчас нету. Нету? Нету. Куда идти? Выскочить на улицу? Сейчас местонахождение бомбоубежищ – информация закрытая, а на вопрос «что делать?» ответит специальное сообщение. Как его получить, оказалось, знают и некоторые опрошенные нами прохожие. Это проверка МЧС, готовности к паводку, все. А как себя вести, когда слышишь? Так, включить телевизор, канал «Россия-1», либо радио России. Раньше, если сирена застала на месте, то необходимо было бежать домой, включать телевизор или радио, чтобы узнать, что делать и куда прятаться. Сейчас, к счастью, у каждого в кармане есть мобильный телефон. И дальнейшее указание от МЧС можно получить прямо на месте, включив радио. С телефоном действительно проще. Телевизионное сообщение об угрозе пока передается только аналоговым сигналом. С переходом на цифровой формат телевещания получить его можно будет только путем определенных манипуляций. На специальной приставке переключаться с цифры на аналог. Опять же, далеко не все приставки имеют эту функцию. С 3 июля наш край действительно переходит на цифровое телерадиовещание. Работа системы оповещения на данном этапе не пострадает. Все будет проводиться в прежнем режиме. Работа в данном направлении ведется, и необходимые технические решения будут непременно внедрены. Подобные тесты проводят ежегодно, но интересно, что проверяют не готовность людей к знанию правил поведения в чрезвычайных ситуациях, а исправность самой системы оповещения. Дарья Демиллер, Алексей Фризин. Наши новости.